Здравствуйте, друзья! Это мы приехали к монастырю Святого Шарбеля. Вот такой кедр высотой в мой рост. Здесь мы проходим по... Смотрим, где келья. Вот сейчас подходим к молельной комнате, там, где молился. Вот его фотография, Святой Шарбель. А здесь будут, здесь кельи, очень маленькие кельи, ну, наверное, 2 на 2 метра совершенно. Вот такой потолок деревянный. Ну, здесь оставшиеся артефакты Библии, наверное, какие-то записи остались. Их 3 или 4 кельи, вот такая маленькая дверь деревянная, ниже роста человека даже, входная дверь. Это вот 2-я келья. Здесь фотографии. Здесь мы выходим во двор, потому что это на высоте 1300 метров. Но сегодня туман и почти ничего не видно. Это тоже кедры, очень хорошо видно. Знаменитейшие ливанские кедры. Вот высота вот такая, но туман и не очень хорошо видно. Здесь все очень благоустроено, дорожки, удобно ходить, все это совершенно бесплатно. Это мы приехали в знаменитый монастырь Святого Шарбеля. Вот кедр какой высокий. Дальше мы проходим по галерее, попадаем в молельную комнату. Вот он, Святой Шарбель, фотография его. Молельная комната, где молились они. Ну, или он. Ну, скорее всего, были какие-то собратья. Дальше мы видим кельи. Очень маленькие кельи. Где-то 2 на 2, наверное, метров. Ну, и в каждой из кельей оборудованы какие-то артефакты, найденные. Вот подсвечники, Библии. Дальше будут фотографии. Маленькая деревянная дверь ниже роста человека. Вот это 2-я келья. Это сосуды для масла. Скорее всего, оливковые фотографии. Дальше мы выходим на улицу. Здесь растут знаменитые ливанские кедры. Вот они, их очень хорошо видно. Находимся мы на высоте примерно 1300 метров. И не очень хорошая была погода. Туман, поэтому плохо видно. Вот туман все застилает. Но здесь все обустроено. Хорошие дорожки, можно ходить спокойно. Это все бесплатно.